А чего нам бояться? Чего нам бояться? Никого мы не боимся, бояться не собираемся. Надо будет. Все как один. Поднимемся. Молодцы, вообще молодцы. Я в Севастополе прибыл вчера поздно ночью, аккумуляторы сдохли, поэтому процесс заселения я вам не покажу. Кроме того, очень меня смущает качество звука, которое пишется теперь уже со встроенным микрофоном, так что прошу прощения, если последующие выпуски, ну, по крайней мере, до момента, как я куплю новый микрофон, буду с не самым качественным звуком. Пельмени, салат, колу, хлеб. За все про все 150 рублей всего. Забавный севастопольский пешеходный переход. Посыпались мне уже очередные проклятия за то, что я похвалил Крым, за то, что он мне понравился. Что за народ, а? Это, что за порода людей, которых бесит, когда что-то кому-то нравится? Ну да, дороги здесь убиты, ну да, сам полуостров подубит. Я уверен на 1000000%, вот что-что, я Крым в порядок переприведут, и это делается постоянно. То есть я пока ехал по Крыму, я все это прекрасно видел своими собственными глазами, как строятся дороги, как строятся вокзалы, как строится много чего. Вопрос времени. Вообще Крым очень клевый. И абсолютно не важно, чей. А здесь в Крыму сейчас решили уже вопрос с пресной водой? Вот давно решили вопрос. Все уже нормально, конечно. Да? И с электричеством я слышал, что уже решили. Электричество мы сразу сделали. Никого мы не боимся, бояться не собираемся. Надо будет. Все как один. Это же правда, да, было, что сюда, когда вот это на Украине все произошло, поезд ехал, да, с этими, с радикалами хотели тут. Да, ну, то хотели, их там остановили прямо на этот самый. Он... Ну, местные, да, не пустили? Да. И... Отстоялись, севастопольцы отстояли весь Крым, и получается. Его... Нет, ну, не севастопольцы, и Симферополь, и вообще Крым весь поднялся. Ну, Севастополь в основном был во главе. Ну, я так понимаю, все-таки на самом деле все хотели в Россию, и все рады, что в Россию попали. Так все хотели. Все же проголосовали 98%. Одних читаешь, говорят, что ты не под дулом автоматов, другие говорят, ну вот я там, сам смотрю, все довольны. Брехня чистой воды. Да? Значит, никто даже, и выстрела ни одного не было. И выстрела не было ни одного. Брешут, как это самое. Ну, были там, заходили, приходили, подходили. Их быстренько за ручки забеленькие и за территорию. Крым – это самый патриотически настроенный город и самые вежливые люди. Ксюша обещал ракушек привезти. Кошки в какой цену зайти? Смотрите, вот эти колючие по 100. Вот эти? Вот эти по 100. Вот такие 150. Такие по 200. Сколько стоит такой? 350. За 300. Большой флаг российский сколько стоит? Такой стоит 450 рублей. Есть вот такой шелковый. 400 рублей. Угу. Есть вот такой вот. Уже с орлом есть. Это 300 рублей. Thank you.
почему Староминский? Он из Минска? Белорусский? Станица Староминская, Красноярский край. А-а-а. 41 метр, 1 800 000, 1 700 000 даже есть. Примерно такие цены. Кстати, очень низкие цены. И примерно в 2 раза ниже, чем в Минске. Я помню, лет 10 назад у меня знакомая продавала квартиру однокомнатную в Евпатории за 2000 долларов. Продать не могла лет 5, наверное. Вот вообще ни в какую. А сейчас вам какие цены.